Девочки и мальчики, с вами Каркуша, и вы смотрите рубрику «Слова-ловушки». Не переключайтесь, если хотите знать русский язык на пять. Есть у меня две подружки-сороки. Они так похожи, что их все постоянно путают. Но лично я научилась их различать. У одной хвостик подлиннее, а у другой покороче. То же самое бывает со словами. Вроде бы похожи, а разница есть. Возьмем два слова. Намеренно и намеренно. С двумя и с одной буквами «н». Звучат они почти одинаково, но значение и написание у них разное. Слово «намеренно» с двумя «н» означает специально, нарочно, умышленно, не случайно. Например, мальчик намеренно съел все мандарины. В таком случае слово «намеренно» – это наречие и отвечает на вопрос «как?». Съел как? Намеренно. А теперь посмотрите на такое предложение. Солнце намеренно светить весь день. В таком случае слово «намеренно» пишется с одной «н», а значение у него такое – собирается, планирует, имеет намерение. Здесь «намеренно» – форма глагола и отвечает на вопрос «что делает?». Давайте посмотрим еще одно предложение. Для пошива платья еще не намерено нужное количество ткани. В нем намерено причастие от глагола «мерить», и оно тоже пишется с одной «н». Пора делать выводы. Если в предложении слово «намерено» означает «специально», то пишем его с двумя «н». А если «намерено» означает «собирается» или это причастие от глагола «мерить», то пишем его с одной «н». Ой, надеюсь, вы все запомнили и никогда не попадетесь в эту ловушку. До новых встреч! Увидимся на канале «Карусель».